Доброго воскресенья всем моим друзьям. Побывал я в мастерской, доделал черновик топора, на участок зашел. Вот такая у нас вот тут все хорошо, такая обстановочка в деревне. 21 число апреля начинается дождик. Под Минском мы находимся в 30 километрах по Гродненской трассе. Ну, до нее сейчас вот налево повернем, и будет нам счастье. Вот дорогу недавно насыпали. Не устаю радоваться. Хотя бы такая дорога, вместо того, что были ямы. Да, дерево не отпускает. Я 4 года начал назад заниматься деревом. Сначала сосна была, на сосне выжигать. Доски не очень, смолистая структура. А потом пошел дуб, ребята, друзья, с пилорамы. Начали подкидывать мне доски. Ясень, дуб. Сам спилил грецкий орех у знакомой. Вот облепиху спилил. Ну, короче, тут плодовых деревьев хватает. Яблонь, груш. Кто-то спиливает, просит помочь. То есть материала, из которого делать всяческие вещи, хватает. Ну, а навыки приходят с опытом. Ну, какая красота, все расцветает. На топор я вчера начал, сегодня продолжил, а потом остается сейчас гравировочку на нем сделать, да, и шлифовать. Всего лишь в 20 минутах от Минска. Здесь как бы и заказников много, заповедников, не как бы, а так и есть. Грибов много, ягод. Но уже времени не хватает на ягоды. Раньше чернику здесь было много, и сборщиков, и целые ягодники этой черники хватало всем. А сейчас просто времени нету. Лежит эта черника где-то в морозилке. Ну, компот сварили, там варенье немного, а так и клубники, и малины всего хватает своего. Шибко не находишься в лес. Минском 6. Реабилитационный центр еще известен со времен Советского Союза в Оксаковщине. Справа посмотрим. Справа нет, слева нет. Вот трасса. Гродно-Минск, Минск-Гродно, когда из Минска едешь, естественно. Погоды нету, 8 градусов всего, апреля.
Брестская трасса. Мы проезжаем крыжовые, перекрестные, крестовые, как перевести. Крыжовые. Крыж-крест. Тормозить не будешь, на эту педаль тормоза давить. Стал ему, извиняюсь, в задницу. Держи
нормальный интервал, вернее дистанцию, будет у тебя тормозной путь нормальный. Станут прям нос в нос, как в очереди, прям тиснуться бывает иногда. Соблюдайте дистанцию и личное пространство людей. Бывает в очереди, прям вот дышит в ухо, да отойди ты чуть-чуть, неприятно же. Так и на дороге. Я бывает тоже, просто я маневрирую иногда резко, но стараюсь никогда вплотную не ехать к машине впереди идущей. Мало ли. Резкое препятствие, там помеха какая, кошка выскочит, собака в лесу, там заяц какой-то. Воскресенье, кольцевая Минского, Минская дорога кольцевая Минского города, так сказать. Шарандовича, микрорайон Сухарева, наш любимый, центр третьего региона. Скорости передачи информации у нас недавно меняли бесплатно от А1 от провайдера сети, оптиковолокно меняли дома бесплатно. Вот справа ГАИ. Едет и по телефону, и управляет, поэтому ее надо обогнать от греха, говорит, что он говорит.
дождь усиливается. Нормально, выходные прошли. Они у меня могут и среди недели быть. Попало, что суббота, воскресенье. Посмотрим, что с местами. Место под солнцем, да, хватает. Не все еще приехали. Ну, мало здесь у нас во дворе. Разъезжаются по дачам. Ясно, сюда не вобьюсь. Всем добра. Приеду, развернусь до назад.